Ну вот, доброе утро, друзья. Сегодня у нас 8 октября 2018 года. Вот сейчас продолжаю заниматься спайкой труб водопроводных. Труба на 25, 2,5 сантиметра. Вот сейчас здесь химичим паяльничком. Все соединения, это новички. Сейчас нам надо спаять вот это место, чтобы нам поставить здесь соединение, где будет стоять у нас кухонный гарнитур, мойка. Сейчас будем делать. Отметили 1,5 сантиметра здесь, на этой трубе. И потихонечку будем делать чики-брики. Так, сейчас будем ногой держать. Это мы поставим так. Сначала мы засовываем тройник, потому что он у нас потолще. Тройничок засунули. Хоп. Теперь этот туда. Нормально. Держим около 10 секунд, иначе перегреем. Ну, уже где-то есть, наверное. Раз, два, три, убираем. Хоп. Всовываем. И примерно где-то вот так вот держим. Примерно так держим. Секунд 10 держим, пока застынет этот дым в нос, нам не надо. Ну, уже, наверное, хорош. Так приятно будет. Застыло. Это будет выход воды для кухонной мойки. Кухонной мойки. А здесь пойдет ход на посудомойку. Посудомоечку туда. Ну, пускай стоит. Все. Это дело у нас стоит. Пускай немножко постынет. Теперь мы будем соединять. Я здесь не стал их вместе делать. Даже еще и лучше. Один вентиль будет ниже, другой будет вентиль выше. Удобнее откручивать, закручивать, когда вместе они очень неудобно. Ну, так вот параллельно, это неудобно с ними работать. А этот отдельно, ниже, выше. Сейчас будем высчитывать, сколько нам отрезать. Здесь 1,5 сантиметра вход в тройничок. Обязательно надо отсчитывать. Сейчас мы берем маркер и постараемся точно отметить. Вход у нас 1,5 сантиметра, да? Ну, где-то примерно вот так нам надо отрезать. А так мы будем у нас вход, да? Это нам надо отрезать обязательно. Отрезаем. Берем ножницы. Эти ножницы берем, хоп, которым трубы резать. Очень легко и просто. Берешь и погнали. Есть такая буква. Теперь смотрим. Да, все отлично. Это у нас застыло. Ну, пускай еще немножко постынет. А тем временем, пока застывает, мы будем мерить туда.
Сейчас мы будем мерить трубочку туда. Трубочка у нас вот она, 4-метровая. Это нам не надо. Теперь мы меряем где-то, ну, примерно там выход надо, наверное, где-то в этом месте надо ставить уже, да. 1,40 м, да? Там мы не будем близко ставить. Метр 40. Да. Отмечаем 1,40 м. Немножко прикрыто, да. Дует. 1,40 м. Ну, это в таком же духе. Я долго снимать не буду видео. Тут художественный фильм целый можно снять по поводу проводки труб водопроводных. Ну что, водопроводная труба горячая, холодная. Очень хорошая труба это. Со стекловолокном. Она идет и на горячую, и на холодную. Куда хочешь идет. Очень хорошая универсальная труба. Вот такие вот дела. Ну все тогда, ладно, ребята. Мы выключаем это все. Это долгая песня. В принципе, не так долго, но тут одно и то же. Спайку я вам показал уже. До свидания всем.